Здравствуйте, дорогие друзья! После завершения устройства полов, о которой я вел речь в предыдущей второй части видеоролика о капитальном ремонте в одной из комнат частного дома, в этой части, как видите, я уже на сей момент почти провел до конца укладку потолочных досок. Еще предстоит пробросить пару потолочных балок равномерно друг от друга по центру и подтянуть саморезами к ним данные потолочные доски, тем самым окончательно закрепив их. Ну а потом уже можно будет засыпать утеплителем и сам потолок. Но перед этим нужно проделать еще одну немаловажную работенку. Произвести монтаж вентиляции из ванной комнаты, которая будет располагаться вот на этом участке. И данная вентиляция будет проходить сквозь потолок. Система вентиляции для отвода испарений из ванной комнаты будет выполнена в эконом-варианте вот этой алюминиевой гофрированной трубой, которая будет протягиваться через чердачные помещения дома с ее выводом на улицу сквозь фронтон крыши. А вот так вот выглядит анимостат, который будет вмонтирован в потолок. Стыковавшись вот таким вот образом с воздуховодом и скрепившись по бокам мелкими саморезами с пресс-шайбой. Ну а на выходе труба состыкуется с вентиляционной решеткой и тоже скрепится саморезами по бокам. В общем, проще говоря, получается вот такая вот простая схема. Через анимостат все испарения и запахи из ванной комнаты вытягиваются по трубе на улицу сквозь вентиляционную решетку. Данная схема полностью автономна. Она также будет играть и роль приточной вентиляции. В общем, все гениально и просто. И тем более, еще когда расстояние от точки А до точки Б в моем случае всего лишь будет составлять пару метров через чердачное помещение к вентиляционной решетке. И, как я уже говорил ранее, при монтаже будет применяться эконом-вариант данной алюминиевой трубой, которая растягивается как гармошка на 3 метра. И стоит она 250 рублей. Тогда как в продажах есть еще и пластиковые воздуховоды. Такой вариант уже обойдется в 3 раза дороже. К примеру, 2-метровая пластиковая труба воздуховода обойдется в 550 рублей. А различные уголки, то есть отводы к ней, стоят тоже недешево. Потому-то заказчик и сделал уклон на эконом-вариант. Ну а соответственно мне еще с этим экономом придется и повозиться. И объясню почему. Из-за толщины досок потолка и верхней ее утепленной части впоследствии будет затруднительно крепить данную гофрированную трубу к данному анимостату с саморезами с пресс-шайбой. И в данном случае я придумал следующее. Да, и кстати, то же самое касается данной вентиляционной решетки, которая впоследствии будет в моем случае крепиться на фронтон крыши, ее боковую часть. Данный участок вентиляционной решетки очень узок для того, чтобы закрепить впоследствии по месту данную гофрированную трубу с саморезами с пресс-шайбой, так как фронтон крыши по толщине намного превышает данный участок вентиляционной решетки. И монтаж, который я уже буду производить по месту, у меня вряд ли в таком случае удастся. И по этому случаю я придумал следующее. Нашел обрезки алюминиевых листов в гараже и, постепенно сгибая вот такой вот кусочек алюминия в дугу, алюминий очень послушный металл, у меня получились вот такие вот самодельные патрубки. Ну тут я еще немного подрихтую и закрепил их саморезами с пресс-шайбой, зафиксировал. Далее происходит следующее. Данная вентиляционная решетка и анимостат вставляются в данные самодельные патрубки и скрепляются между собой саморезами с пресс-шайбой по бокам. И проделав отверстие, где мне нужно, я уже без проблем смогу вставить и закрепить эту уже готовую конструкцию. А уже изнутри останется только вставить и закрепить гофру к патрубку, без всякого напряга. То же самое касается и анимостата. На примере потолка я вам сейчас покажу, как проделывается отверстие в потолочных досках под диаметр воздуховода. Берем наш патрубок,
ставим его между двумя досками и размечаем карандашом его окружность на поверхности досок. Почему именно между двумя досками? Наверное, многие из вас сейчас задались таким вопросом. Да потому что если сделать отверстие в центре одной доски, то она потеряет свою прочность. По краям останется примерно по 1-1,5 см. То есть такая поверхность будет ненадежной. Далее при помощи дрели и вставленным в него сверлом диаметром на 10 проделываем следующее. Как можно ближе к друг другу проделываем отверстие. А затем с помощью молотка и стамески прорубаем между отверстиями оставшиеся промежутки. Вставив данный кусок трубы в отверстие, заподлицо с внутренней частью потолка, я закрепил ее пластинами, которые отрезал от данного подвеса. И сгибая данные пластины в прямой угол, крепил их саморезами по дереву к доске и саморезами клапами к трубе. В общем, как видите, прочность приличная. Далее здесь спокойно можно будет засыпать потолок утеплителем и только потом монтировать трубу вентиляции к данному патрубку. Но, разумеется, сначала нужно заделать данные щели между трубой и потолочными досками силиконовым герметиком. Ну все, в общем-то, и готово. Да, и кстати, такие трубы очень хрупкие. Если при их монтаже, либо еще как-то их неаккуратно, либо чем-то задеть, их может здорово сплющить и тому подобное, так как алюминий при их производстве применяется очень тонкий. В общем, в работе с этим материалом нужно быть очень аккуратным. Ну, а сама по себе она, конечно же, прослужит вам всю жизнь, так как алюминий не подвержен коррозии. Анимостат будет вмонтирован в потолок только после отделки потолка отделочными материалами, чтобы чаша анимостата уже по месту плотно и без всяких зазоров поджалась к уже готовому потолку. И на этом у меня, пожалуй, на сегодня все. И мне остается с вами лишь попрощаться и пожелать вам комфортного времяпрепровождения в ваших ванных комнатах с хорошей вентиляцией и отличным микроклиматом. Подписывайтесь на мой канал, обращайтесь. Всего вам доброго и до новых встреч!